Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. После более чем недельного перерыва мы продолжаем рассказывать о самых интересных событиях, которые происходят в шахматном мире. Сегодня речь пойдет о так называемом корпоративном чемпионате мира, который проходил под эгидой ФИДЕ в минувший уикенд. Но перед тем, как приступить к главному сегодняшнему блюду, давайте познакомимся с итогами, с результатами опроса, который Марина, ну, отчасти и я, провели на нашем сайте. То есть мы задали любителям шахмат, тем, кто регулярно смотрит наши программы, вопрос. Какие шахматы вам интереснее смотреть? Речь идет, точнее сказать, шла и о наших программах, и о шахматах вообще. Вы могли предпочесть выбрать один из видов шахмат, которые постоянно практикуются в последнее время, хотя в последнее именно время, в последние месяцы после начала ковидного кризиса, конечно же, блиц и рапид преобладают. Так вот, по вашему мнению, точнее сказать, по мнению 28% из 674 наших респондентов, я, кстати, выражаю свою искреннюю признательность тем, кто в этом опросе принял участие. Все-таки он достаточно репрезентативен, на наш взгляд, так как голосовали люди, шахматисты, любители шахмат, которые, безусловно, шахматами интересуются. Так вот, 28% больше пришелся по душе блиц. Искрометный вид борьбы с огромным количеством ошибок, но чисто спортивная составляющая в блице может быть максимальная среди всех трех основных видов шахматного творчества. За быстрые шахматы, за рапид высказались 34% и 38% решили, что все-таки классика есть классика, что наблюдать за серьезной игрой гроссмейстеров интересней. Ну и, в общем-то, мы со своей стороны также прилагаем определенные усилия для того, чтобы попытаться раскрыть, скажем так, глубинную суть шахмат, классических шахмат в первую очередь, и заинтересовать вас, заинтриговать тем, что происходило в партиях действительно очень сильных, очень интересных шахматистов. Ну а попутно в шахматном мире проходило обсуждение вопроса о том, что вот как вообще совместить несовместимое. То есть, коль скоро мы играем в дистанционные, в удаленные, в сетевые шахматы, то использовать должны именно блиц или рапид. То есть, конечно же, вроде бы элитные шахматисты играют честно. Никто из них не пытается где-то подглядывать какой-то спрятанный компьютер, пользоваться нелегальной информацией. Но как только мы опускаемся даже на один уровень ниже, не говоря уж о массовых любительских шахматах, то сталкиваемся с этой самой дилеммой. То есть, во-первых, приходится играть не в быстрые шахматы, а в ускоренные шахматы. А во-вторых, количество подсказок очень большое. И как с ними бороться? Вот на формальном, юридическом, общепринятом в мире методе, сейчас опять к этому самому методу, методике юридических разбирательств, прибегать фактически нельзя, потому что база для обвинения или оправдания, она очень такая зыбкая, так как точно доказать ничего нельзя. И именно поэтому ведущие шахматные сайты, те площадки игровые, на которых проходят эти удаленные, сетевые, дистанционные соревнования, выработали какие-то механизмы, с помощью которых они с достаточно высокой достоверностью, по их мнению, могут выявлять читеров. Но доказать что-либо, опять же, в обычном, нормальном, привычном юридическом порядке невозможно. А кроме того, эти самые сайты держат в тайне те механизмы, те методики, те критерии, с помощью которых они этих самых читеров выявляют. И это вносит вообще полный диссонанс, полный разброд в ощущение, в мнение мирового шахматного сообщества. То есть, часто складывается впечатление, что кого-то забанили, как принято говорить, ни за что, ни про что. Вроде бы он играл нормально, его забанили, и он обиженный. Вот, он ущемленный, его права ущемлены. И понятно, что любой суд общей юрисдикции или даже спортивной юрисдикции, какой-нибудь лозаннский, он, наверное, признает такого человека, такого потенциального читера, невиновным. А с другой стороны, играть в турнире, в котором
очень велика вероятность того, что вот тот или иной шахматист, а даже, может быть, и непонятно кто, пользуется этой самой нелегальной помощью компьютеров, очень психологически трудно, неправильно, несправедливо, но вы понимаете, когда вы играете и предполагаете, у вас есть основания, ощущение возникает, что напротив вас сидит вот такой вот шахматист или шахматистка, то играть, конечно, чрезвычайно затруднительно и психологически дискомфортно. И вот фактически, ну вот в тех дискуссиях, которые развернулись по этому вопросу, а дискуссии между отдельными известными достаточно шахматистами и шахматными деятелями с одной стороны и, скажем так, представителями ФИДЕ с другой, выяснилась такая неприятная картина. С одной стороны, ФИДЕ ни в коем случае не имеет права игнорировать вот это самое новое, даже не поветрие, начинание, то есть дистанционные шахматы, которые охватывают огромное число людей и привлекают к шахматам много новых, так сказать, людей, вовлекают в нашу орбиту. А с другой стороны, ну вот что делать? Что делать с этими самыми читерами, как их оценивать, характеризовать? Не всегда, опять же, однозначно установлено, что тот или иной шахматист, которого забанили на том или ином сайте, на той или иной игровой площадке, таковым является. Короче говоря, эта проблема, ну, выглядит пока что практически неразрешимой. Ну, а теперь вернемся к главной теме нашего выпуска, а именно корпоративному чемпионату мира. Что это такое? Это означает, что множеству известнейших мировых корпораций, мировых брендов представляющих, и не слишком известных, то есть относительно такие средние, скажем, и даже мелкие банки и структуры, которые увлекаются или желают поддерживать шахматы, они имели возможность выйти на этот чемпионат, представляя, заявляя на них свои команды. Причем в каждом матче за каждую команду выступало по 4 участника, и напротив сидело также 4, составы достаточно стабильные, там какие-то замены возможны. Ну, в общем, в этом я даже не смог как следует разобраться. Что касается нескольких пунктов таких любопытных, точнее сказать, двух ключевых пунктов. Ну, во-первых, игра шла в Rapid с контролем 10 минут основного временного капитала. Иными словами, здесь, в общем, вероятность читерства была очень невелика, продолжая, так сказать, и приплетая сюда ту тему, о которой я остановился некоторое время назад. И что интересно, поскольку у нас сейчас полное равенство полов, то согласно положению, в каждой команде должно быть не менее одной женщины в каждом матче, и не более, и не менее одного мужчины. То есть никакой, в общем, так сказать, никаких open там, олимпиад, open турниров и так далее. Вот. Ну и кроме того, аналогичная самая ситуация и касательно возможности привлекать варягов. То есть 3 человека из 4 должны в структурах данной организации, данной корпорации работать, но один может являться так называемым легионером, привлеченным участником, именитым гроссмейстером в частности, а может быть не столь именитым. И вот до финала дошли 2 команды. Я вот знакомлю с составами этих команд. А именно, Гренки Банк. Этот банк не очень крупный. Ну, насколько это, кстати, удалось выяснить из интернета, в структурах этого банка работает 1700 человек приблизительно. Он расположен в городе Баден-Баден, и он является спонсором известных традиционных исторических даже турниров. Хотя вот те турниры в Баден-Бадене, которые проходили в 30-е годы, это все-таки турниры, проходившие под эгидой других спонсоров и меценатов, чем ныне. А ныне как раз вот Гренки Банк спонсирует эти самые турниры в Баден-Бадене, которые проходили достаточно успешно, привлекали внимание всей мировой общественности до недавнего времени, до начала ковидного кризиса. А соперником по финальному матчу у команды Гренка Банка был наш ведущий российский банк Сбербанк. Ну, извиняюсь за тавтологию, банк Сбербанк. И вот что касается привлеченных участников, то Сбербанк привлек в качестве легионера Яна Непомнящего, одного из сильнейших гроссмейстеров мира, одного из лидеров турнира претендентов, ну и прекрасного игрока Блиц Быстрые Шахматы. Что касается Гренки Банка, то вот как раз наши разговоры, наши мои оговорки по поводу того, что никакого различия, никакой дискриминации ни в ту, ни в другую сторону между мужчинами и женщинами происходить не должно. Так вот, удивительно, что Гренки Банк имел удивительный, невероятный состав с точки зрения, ну, привычного такого здравого смысла, а именно
В нем играл Йорк Мейер на первой доске, ну, достаточно известный гроссмейстер, он неоднократно выступал и на турнирах в Баден-Бадене, на Гренкских турнирах, и на турнирах в Дортмунде. А что касается трех других участников, участниц, то это были женщины, все трое. И Алина Кашлинская, как раз тот или та легионерка, приглашенная участница, гроссмейстер, а также Ханна-Мария Крек и Инна Агрест. Ну вот, Инна Агрест – это жена Георга Майера. В принципе, на предыдущих этапах, на предварительных этапах гораздо увереннее в большинстве матчей действовал Сбербанк, обыгрывая своих соперников, оппонентов с более крупными счетами, с меньшими нервами и так далее. Ну, а Гренкебанк, ну, как правило, побеждал достаточно серьезных оппонентов со счетом 2,5 на 1,5. Именно поэтому команда Сбербанка представлялась в этом матче, в финальном матче, фаворитом. Причем финальный матч проходил из двух, так сказать, отдельно взятых сетов, из двух отдельных мини-матчей, в котором участвуют по 4 шахматиста, в отличие от предыдущих этапов, когда все решалось в одном матче. И вот я начинаю рассказ о первом дне, естественно, точнее сказать, о первом матче. Все это происходило в один день, воскресный день. С первой партии. С партии первого мини-матча между Георгом Майером и Яном Непомнящим. Хотя Ян имел черные фигуры, но, безусловно, в этой партии воспринимался, считался как фаворит. И давайте посмотрим, что происходило в этом поединке. Итак, конь f3 сыграл Георг Майер. c7, c5, c24, конь f6, конь c3, конь c6, g2, g3. Но, судя по всему, это один из основных, скажем так, вариантов, расстановок, которые применяет в своей практике Георг Майер. Кроме того, наверное, он считался с тем, что у Яна Непомнящего все очень здорово с дебютной подготовкой, что защиту Грюнфельда Ян изучил так глубоко, так досконально, что идти туда не стоит. Поэтому вот такая вот английская, ну, английское начало уж. Что дальше может получиться, пока еще непонятно. Может, могут разные дебюты возникнуть. Итак, d7, d5 сразу играет Ян Непомнящий. То есть не g6, не e6, а вот d7, d5 и применяет идею, которую, ну, вошла в шахматную теорию, в шахматную практику с легкой руки Михаила Моисеевича Ботвинника в начале 30-х годов. Еще достаточно молодой Михаил Моисеевич Ботвинник отводил здесь коня с поля d5 на поле c7. Для чего? Для того, чтобы не подвергался этот конь никаким угрозам, тактическим ударам. И черные хотят сыграть e5 и захватить центр. При этом конь, отступив с поля d5 на поле c7, открывает линию d, и поле d4 берется под надежный контроль черных фигур, поэтому белые не могут сыграть просто так d2, d4, и на cd не отхода конь b5, например. Пожертвовать пешку при случае можно было бы, но тут вообще даже и говорить об этом нечего. И вот d3, следует d6 и конь d2. Это один из, так сказать, одно из классических возражений. То есть, вот первые оппоненты, первые соперники Ботвинника в 30-е годы так не поступали, а потом как-то приноровились люди и подумали, вообще, ну, столь ли важен этот самый слон, стоящий на поле g2. Например, если черные сыграют слон e7, что можно сделать, и ход неплохой, кстати, то белые в состоянии вправе взять на c6, испортить черным пешки и заиграть на блокаду. Например, ферзь c4, ход полезный, потому что он немножко дезорганизует взаимодействие фигур черных. Ферзь d7, теперь конь c4, висит пешка на e5, и можно сыграть f4. Вот так вот. То есть сказать, что у белых здесь здорово, я не могу. Ну, даже наши электронные друзья говорят, что скорее лучше у черных чуточку, чем у белых. Но в свое время считалось, что вот таким способом белые могут поставить перед соперником, ну, изменить характер борьбы, скажем. И это может для черных быть не совсем приятно. Хотя вот если опять же вспомнить об Ботвиннике, то он очень легко шел на образование в своем лагере подобного рода сдвоенных пешек, если он захватывает при этом пространство. Если у него, например, как в данном случае, два слона. Опять же, не все любят идти, допускать подобные изменения структуры. И Ян Непомнящий играет слон d7, защищая коня c6. Белый отвечает конь c4, слон e7, рокировка f7, f6. Ну, хотелось бы напомнить лишний раз, что игра-то шла не в классические шахматы, и даже не в быстрые шахматы по 25 минут основного временного капитала, и не 15, а по 10 минут, что, конечно, ну, налагало определенный отпечаток на все, что происходило и в этой партии, и в других партиях этих матчей. Точнее сказать, этого финального матча. F2, F4 играет Йорк Мейер. То же самое, в некотором смысле, что я вам показывал, но без порчи пешек черных и при наличии сильного белопольного слона белых на G2. B7, B5. Вот так вот решительно. Ну, я не сомневаюсь в том, что
хотя бы отчасти, не знаю с какой степенью глубины, Ян Непомнящий все это изучал, и вот при какой-то подготовке, может быть, при дебютной подготовке своей в целом. Итак, b7, b5, конь e3, короткая ротировка. Может быть, белым стоило сыграть f5. Зачем? Для того, чтобы обеспечить своему коню с c3 прекраснейшее поле на e4, а затем начать подготовку атаки с помощью g3, g4, g4, g5, может там предварительно увести короля на h1 и так далее. То есть уж очень хорошо бы были расположены белые кони на полях e3 и особенно e4 в этом контексте. А на ферзе фланге черные особо ничего такого активно предпринять не могут, правда поле d4 в полной их власти, в полном их распоряжении, но сокрушить, как-то поколебать эту структуру белых невозможно. Не скажу, что это было объективно сильнее однозначно, но это заслужило внимания. И вот на этом, так сказать, переломном моменте Йотмер решил сыграть А2, А4, Б4, конь Е4. Вроде бы в некотором смысле то же самое. F4, F5, угроза не угроза, но идея. Но черный играет F5, и на корню Ян Непомнящий такую возможность со стороны белых сыграть F4, F5 пресекает, отгоняя белого коня с поля Е4, на поле D2 идет конь. На самом деле, белые все-таки кое-чего добились в результате вот такого вот изменения структуры, то есть поле c4 в полной власти их коней, какая-то блокада есть, но у черных преимущество в пространстве, вот они бьют на f4, gf, разумеется, слон f6, у черных хороший слон, но у белых тоже свои достоинства позиции, и конь идет на b3. Я уж не знаю, правильный ли этот маневр, может быть и правильный, может быть так и надо играть, хотя скорее всего нет. То есть белые могли бы, например, здесь взять на f5, вот что остановил Георгия Мейера от того, чтобы полакомиться этой пешкой, я, честно говоря, не знаю, потому что главный вариант, ну, это слон бьет f5, безусловно, теперь без защиты остается слон c6, его можно забрать, этого слона. Ну, черные играют ладья c8, и компенсация у черных очень приличная, то есть все слоны вышли на нужные позиции у черных, и e4 играть можно, рано или поздно, но, ну, не знаю. Там на d3 пешка подвисает, там поле d4 ослабляется, то есть сложная такая была бы игра, могла бы она начаться, если бы белые взяли на f5, что, в общем, напрашивалось. Ну, было сыграно конь b3, я уже сказал. Ферзь e7. Ну, теперь уже это не так эффективно. Хотя, хочется, конечно, рассмотреть тот же самый удар. А также и удар слон бьет c6. Скажу сразу, конь c4 белые сыграли. Вообще не мучаясь, так сказать, дурью, не сомневаясь. Например, конь бьет f5 здесь. Что это такое? Ну, здесь это уже не идет, потому что после слон бьет f5, слон бьет c6 и хода ладья d8. А может быть и не надо ладья d8? c4 есть интересный ресурс. То есть идея в чем стоит? Заманить белую пешку на c4, разменяться, сыграть слон c2 и потом забрать коня, стоящего на поле b3. Что, конечно, неоднозначно. Белые могут забрать качество, черные, наверное, заберут на a8. И белые могут не брать на c4. В случае взятия на c4 следует слон h3 с сильной атакой. Ну, e4 здесь можно сыграть. Давайте за краю dc белые забрали, кажется, вторую уже пешку. В дополнение к качеству. Тогда промежуточный ход ладья d8. Но ферзя вроде надо уводить. А куда уводить? Если ферзь e1, то слон h4 очень страшно. Все завязывается. А если слон d2, тогда слон бьет b2. Ну и видно, что у черных гигантской компенсации, поскольку их слоны великолепны. Зверствуют слоны. Ладья стоит хорошо. И вообще все замечательно у черных. Преимущество. То есть это к вопросу о ходе конь бьет f5. Но можно было сыграть слон бьет c6. Но сыграл слон конь c4 быстро. Йорк Мейер, и после этого, чем черные стоят получше, поскольку они координировались, ладья e8 сыграли. Можно здесь было пробовать ход e4, не буду вдаваться в подробности, ход интересный, заслуживающий внимания. Конечно, он так уж сильнее, чем ход e3, я не могу. Но вот утверждать этого, ладья d8, ферзь c2, слон e8. Я не знаю, давил ли как-то на Георга Мейера авторитет Яна Непомнящего. Может быть, да, в какой-то степени поддавливал, скажем так. Но впечатление складывалось такое, что вот на этом участке борьбы Ян, конечно, и за счет просто своего мастерства, и за счет авторитета своего, подчеркиваю все-таки этот фактор, как-то начал переигрывать своего менее, скажем так, именитого соперника. Конь e6, ладья d1, ферзь d7, висит на d3, на c6 защищено, конь защищен и ферзем, и слоном, поэтому на d3 угроза есть, поскольку защита коня, стоящего на поле c6, сохранится со стороны слона. Слон e1, пешка защищена, слон уходит, атакует ладью, ладья d2, конь e7 и слон g3. То есть белые также перегруппировываются, ну, в общем, поскольку у черных преимущество в пространстве, то вроде как перегруппировки черных выглядят более такими уместными. Вот, правильное слово использовал. Король h8.
Вот не факт, что, может быть, стоило черным сыграть ферзь c8, избыточно защитить ферзем в дополнение к коню пешку c5, ну и как-то начинать перегруппироваться, поскольку у белых уже свои плюсы. Все-таки и поле e5, где-то в распоряжении белого коня может оказаться и пешка на c5, будет подвисать. Но здесь, наверное, вот король h1 коварный ход, то есть оставляет Георг Мейер пешку свою на поле а4 без защиты. Черные могли сыграть ферзь c7, и, видимо, у них было бы, ну, получше, скорее всего. Можно по-разному играть, понятно, что никакие тактические удары сразу после этого хода не идут. А вот ферзь а4, ну, отдали пешку, забрали пешку, почему нет? Так вот, белые могли сыграть e4, и, видимо, у них было неплохо. Опять же, не скажу лучше, но неплохо. Нормальная игра. То есть, король ушел куда надо, из-под всяких там шахов. Идея конь d4, конь бьет d4, слон бьет d4, шах имелась. Вот если при короле на g1 все бы это происходило, ход e4, можно было бы сыграть конь d4. А тут нельзя, потому что конь бьет d4, слон бьет d4 без шаха. У черных ферзь на a4 подвисает, нужно меняться, и на c2 конь с d4 отбивает назад, и у белых остаются лишние фигуры. Ну вот g5. Можно было бы сыграть в этом варианте, взятие на g5, слон бьет g5, какое-то взятие на f5. Сумасшедшая игра какая-то. Я вот просто показываю в иллюстративном плане, скажем, в иллюстративном порядке все это. Очевидно, что три пешки черных на ферзевом фланге сейчас не играют никакой роли. Все основные события должны произойти, и судьба партии решится на королевском фланге в центре. Поле e5, кстати, очень важно, там слон e5, шах может быть. Скажем, ладья f8, конь d6, вот такой удар. Взятие, взятие, взятие. Слон бьет f2, ну и непонятно, к чему мы пришли в итоге. У белых не хватает пешки, но у белых очень активные фигуры, и у черных открытый король. Вот белый король, в общем, защищен надежно, вне опасности, а черный король может быть подвергнут при случае довольно сильной атаки. Скажем, слон h6, чтобы перевести слона на g7 куда-нибудь, тогда ферзь c4, конь атакован, скажем, ферзь d7, теперь конь e4. На c5 висит, на f6 вторжение какое-то неприятное. Ну, так тревожно позиция черных выглядит. И, то есть, может быть, у белых перевеса нет. Там ферзь d5 есть у черных ход, который, видимо, ну, выручает их черных. Черные отдают назад пешку, у белых более активные позиции, чуточку лучшие шансы, но не более того. Это вопрос о ходе e4, который, наверное, ну и скорее всего, используя другой оборот, имело смысл Георгию Мейеру сделать. Но он сыграл ладья 1, но черный ферзь подставился, там на 7 вроде пешка висит. Но ферзь уходит на d7, пешка защищена, но пешка на c5 может оказаться в опасности. И может быть белым стоило сыграть ладья a5. Опять же, белые отдали пешку, но они резко активизировали свои силы, в частности ладью. Но сыграл ладья a6, более так подальше проткнул ладью Георг Мейер. По шестому ряду оно действует на фигуры соперника. Слон f7 отвел своего слона, Ян, не помощи, чтобы надежно всех защитить. На h5 вроде бы уже слону делать особо нечего, поскольку с d1 белая ладья ушла, и перебросы какие-то не актуальны. Ну вот, у черных, видимо, все-таки лучше, поскольку пешка есть лишняя. Можно было за белых сыграть конь b5, вот так вот, с разнообразными идеями, причем одна из главных — это перевести коня через поле b7 на d6. Вот необычный маневр, конь с b3 идет на a5, чтобы под защитой белого слона g2 прыгнуть затем на b7 и... Или атаковать пешку c5, или, скорее всего, просто на d6 перевестись. Например, там ферзь c7, конь b7, ладья d7, конь d6. В данном случае вот этот ход может прыгнуть. Ну, слон g8, ферзь a4. И вот вы видите, как резко активизировались фигуры белых. И непонятно вообще, чего им бояться. Ну, конь на d6, конечно, немножко неустойчив. А черная фигура все-таки под каким-то под давлением, и на a7 пешка подвисает. То есть, сложная была позиция. Ну, сыграл конь d6 сразу Георг Мейер. По-человечески это понять можно, тем более по 10 минут идет игра, на c5 висит пешка, слон g8, теперь конь c5 играть-то невыгодно. Вот важный момент. Я не знаю, в какой степени просчитывал эти варианты или аналогичные варианты, я не помнящий, но на c5 брать очень опасно. Почему? Потому что после взятия на c5, взятия на c5, черные располагают возможности пожертвовать качество, и белых слаб первый ряд. То есть, если черная ладья даже после конь c8, ладья c8 доберется, вторая ладья пусть даже, до поля c1, то придется играть там слон f1, отдавать как минимум слона, в черных еще и атака будет. Ну вот, например, ладья a7, пытаясь сбить вот эту контратакующую конфигурацию черных фигур, тогда ферзь d8, скажем, ферзь a5, предлагая меняться ферзями, тогда шах. Ну почему ферзь a5? Чтобы все-таки хотя бы ферзей поменять, чтобы атаки на белого короля не было. Ну, менять ферзей приходится, ладья b1, смотрим, считаем пешки и так далее. У черных конь и слон за ладью и пешку, но... Ну, пешка b2 висит, это важно. И у черных неплохие слоны, хотя вроде бы слаб восьмой ряд. Ну как, мат это не поставить, и слон на g8 очень хорош, конь на e7 тоже.
А слон g3 пока не работает. Например, e4, чтобы оживить свои пешки. Ладья бьет b2. Меняются при этом ладьи. Вроде бы это на руку белым. Но у черных здесь безусловное преимущество. Здесь уже просто две фигуры за ладью в чистом виде. Очень сильная проходная. Ее отобрать белые не смогут. Слон g8 защищает эту пешку. Слон c3 с b2 уйдет, скажем, на c3. Может быть, на d4. Ну, по ситуации. А потом b2. Ну, и там слон на 2 угроза появляется. Короче говоря, у черных преимущество может быть близкое к решающему, поэтому брать на c5 невыгодно. Но это успел понять Георг Мейер. Он делает форточку, как ни странно. Это форточка, по сути своей. Чтобы возникла угроза, создать угрозу, конь бьет c5, и уже шах с c1, черной ладьей не опасен, поскольку белый ответит король h2. Ферзь идет на поле в c7. Теперь белые могли сыграть, и, может быть, должны были сыграть конь b7. Странная штука. Вот опять на это поле лезет уже другой конь, не тот, который стоит на b3, и который никуда, а с поля b3 не уходил, а конь с поля d6, поскольку он был атакован. Ну, скажем, ладья d5, скажем. Вот хорошо я говорю, почему ладья d5? А чтобы создать угрозу, во-первых, коню b7, во-вторых, чтобы защитить пешку c5. Пешка защищена. И вот всякие там хитрые, хитроумные варианты типа конь a5, видимо, приводят к преимуществу черных. Но белые вроде бы могут взять на d5. То есть у черной отдали качество, а можно его забрать. Эта позиция на самом деле чрезвычайно сложна. На первый взгляд она в пользу черных, хотя у них не хватает качества и пешки. А на самом деле у черных сильная атака, конь e3 там угроза. Ну, вот конь бьет c5. Теперь конь e3 недостаточно для достижения преимущества. То есть идея хода, кроме того, что забрать пешку с темпом, еще и в том, чтобы подвисал белый ферзь, чтобы он не мог уйти в сторону из-за конь бьет c5. Ферзь должен защищать коня c5, но главный ход конь бьет e6, которым надо считаться. Потому что если как-то уйти в сторону, то там шахи по диагонали будут смертельные при коне на e3 ферзем белому королю. А тут вроде разгружаемся, но есть. Ну, ход ферзь бьет c2 нужно сделать, потому что в случае ферзь b7 белый ответит ферзь c6, и у них будет решающее материальное преимущество, просто ладья лишняя. Все, черным не отыграть. А тут ферзь бьет c2, ладья бьет c2, слон бьет e6, сильнейший ход. Иначе ладья черных на f8 висела, если забрать белую ладью. А тут висит белая ладья на c2 под ударом коня, и висит конь на b3 под ударом черного слона. Если отступить на e2, тогда следует слон d5 шах. Если король h2, то попадаем вот под такой шах. Но затем после отступления единственного короля на g1 следует конь бьет g3, черные выигрывают. У них материальное преимущество, плюс конь стоит, висит на поле b3. Ну а если сыграть король g1, тогда конь d1. Смотрим на позицию. Здесь у черных не хватает чистого качества, но очень сильные слоны, очень хороший конь, висит на b2, висит конь на b3. Конь опять вроде бы лучший ход. Теперь слон f3, оптимальный ответ со стороны черных. Теперь слон бьет b2. В резерве у черных они забрали пешку за качество плюс пешка b. Хочет устремиться вперед. В резерве у черных шах с d4. Ну и в общем у черных здесь получше. Опять же, не выигрышная позиция, но у черных получше, они сильнейшая сторона. Это к вопросу о ходе ладья e2. А что будет, если вместо хода ладья e2, который мы только сейчас так прикинули, просто естественнейшим образом взять на e6, правда, отдать при этом свою ладью на c2. Но опять же, смотрим на позицию внимательно. У черных одна лишняя пешка на доске. 5 пешек против 4 у белых. Пешка на b2 висит, слон активно работает. Но после слона f2 у белых свои, так сказать, козыри, потому что вот в главном таком варианте, здесь есть, кстати, ход ладья c2, заставляющий черных сыграть ладья c8, теперь слон бьет a7, но и оказывается, что у белых более активные фигуры, а конь на b3 не такой плохой блокер, плюс у черных слаб восьмой ряд, поэтому вторгаться куда-то ладьей, кого-то атаковать нельзя, нужно еще там сделать ход типа h7, h5. У черных получше. Ну вот, король g8 альтернатива, ход h5. Теперь белые могут сыграть слон c5, конь висит, ну и судя по всему, они... Конь А1 у черных есть ход такой интересный, чтобы разрушить взаимодействие сил белых. Но после ладья бьет b2, конь бьет b3 и взятие. Ну, может просто ничью сделать вот такую. То есть у черных здесь получше, конечно, позиция. У белых слабости, но объективно это, конечно, ладейник мертвой ничейной. Тут такие интересные штуки, варианты могли возникнуть в случае хода конь бьет e3. А если сыграть здесь ладья c8, то есть это опять же, вот обращаю ваше внимание, что черные поля салатового цвета на доске, это означает, что это боковой вариант. Это не то, что делал Ян, не помнящий черными, а белыми Георг Мейер. Но, тем не менее, смотрите, у черных не хватает качества. Пешка на e3 висит, конь c5 связан, например, d4, конь бьет e3, ферзь отступает, конь c4. Показываю все это отчасти из любви, скажем так, ну, к дешевым красотам, или наоборот, к глубоко завуалированным вариантам. И смотрите, что получается. Ну, вроде бы, конь встал под набитое поле, подставился, как его не взять? Ну, в случае хода ферзь бьет c4, в этом варианте черный отвечает конь бьет c5.
Слон g8 атакует белого ферзя. Рентгеном атакован белый конь. Ну, если ферзь бьет c5, что вроде бы естественно, то белые форсированно проигрывают в причине шаха. Шах чебелому королю. Ну и наступление даже ферзя не надо брать, там у белых хорошая фигура остается, конь бьет c5 с темпом и так далее. А ферзь бьет a6, и белым здесь нехорошо. У белых просто совсем плохо, но можно, конечно, взять на f5, тогда слон бьет b3, лишняя фигура у черных. То есть черные почти форсированно выигрывают, или прямой атакой на белого короля, или забрав коня на b3. Например, ферзь бьет b4, вот такой естественный ход я делаю. Тогда слон d5, доминация, угрожает ферзь f1 с матовыми, абсолютно неотразимыми угрозами, и непонятно, что со всем этим делом делать. Ну, можно сказать, конечно, ферзь a5, чтобы на d5 подвисал слон. Тогда ферзь c4 неторопливо. И при материальном равенстве у черных просто выигрышные позиции. Но ферзь c3 может пытаться, но тогда я разменяюсь, возьму на b3. А что еще? Куда там? Вперед, что ли, прыгать? Ну, здесь вообще все кончается, потому что ферзь f1. Перекрыли белый пятый ряд, и слон d5 не под ударом белого ферзя на a5. Вот. Ну, а если здесь сыграть в этом варианте не ферзь бьет c5, не сделать неестественный ход, а другой, вроде бы естественный ход d5, тогда конь бьет a6, ферзь бьет a6, слон бьет b2, тоже как кто смотришь и удивляешься. На ладья b2, следует ферзь c3. Даже не слон бьет d5 шах, можно слон бьет d5 шах, черный играет без фигуры, но у них решающая атака. Скажем, ладья d2, там, ферзь бьет, ферзь f3 даже, я хотел сказать, ферзь бьет g3. Не надо. Надо сыграть вот так, потом бросить ладью, даже опять не слон бьет d5, что выглядит хорошо, но там на c8 ладья висела. Не надо забывать. Видите, ладья на c8 висела, она уходит из-под удара, атакует белого слона, ну и здесь уже слон бьет d5, все. Никакого шаха по восьмому ряду белый ферзь дать не может. Ладью защищать нечем, на b3 висит, надо много чего отдать, чтобы сразу не проиграть. Короче, черный выигрывает. Это случай хода ладья b2. А случай хода d6 ситуация не такая простая. То есть здесь белые как-то консолидировались, правда, материального преимущества у белых нет, только у черных. d7, там ладья c6. Что такое, вы можете удивиться. Ладья уходит, d8 ферзь можно сыграть, но если d8 ферзь, то висит белый ферзь, теряется вчистую. Но если взять на c6, то ферзь бьет c6 шах. Поэтому бить на c6 нельзя. Поэтому вроде как ферзь b5 надо сыграть, продолжая защищать свою ладью и сохраняя угрозу d8 ферзь. Ну вот атакован белый ферзь, ферзь бьет f5, слон f6, конь d4. Вообще трудно разобраться. Если слон бьет d4, тогда после d8 ферзь черный проигрывает, а белый выигрывает, потому что невозможно вечный шаг дать. Белый король уходит, как показывает несложный анализ, во всех вариантах. Ну и там, ну что, тут ферзь d3, защитились, два ферзя есть. Ферзь g6, если ладья g6, то ферзь бьет g6 и все. Вот. А если, ну есть здесь вместо хода слон бьет d4, ход ферзь b1, шах. Затем ладья d6, и здесь ситуация совсем другая. Здесь уже не у белых преимущество, не у них выигранная позиция, а выигрышная позиция у черных. Причем абсолютно выигрышная позиция, потому что король белых под атакой. Пешка d, ну, обезврежена. d8 ферзь сыграть нельзя. Конь на d4 связан, правда, бить его пока черные не угрожают. Ну, скажем, там слон f2, ладья бьет d7. Вот так. А ладья d7 на самом деле была угроза. А ладья от белых все равно связана. Ну, ладья бьет d7, ферзь бьет d7, ферзь бьет d3. Но здесь у черных легко выигрышные позиции. Две лишние пешки, два прекрасных слона. Никакой атаки белых быть не может. А белый король в опасности, пешка b страшная проходная у черных. Так вот, это к вопросу о ферзь бьет c4, который мы ход отвергли в этом варианте. А если ладья e2, тогда конь бьет d4. Показываю просто все эти красоты. Ну, действительно красота. Теперь конь бьет b2, конь уходит из-под удара, хотя его уже брать было нельзя, слон на g8 защищал. Если ладья бьет b2, тогда ферзь бьет c5, и белые, имея лишнюю ладью, стоят плохо. Потому что король открыт под атакой, конь висит на d4, что делать? Ну, скажем, ладья бьет f6, лучший ход. Теперь ферзь c1 шах, оказывается, вот она угроза главная, это черная. Ферзь c1 шах, и там на слон e1, чтобы шахом на b2 нельзя было забрать одну ладью, потом взять другую ладью на f6. Скажем, белый король куда-то уходит, взяли на b2, потом взяли на f6, и у черных лишнее качество и выигрышная позиция. А после слон e1 не получается такое. Ну, можно взять на e1, можно сыграть ладья c3, на коне f3 можно сыграть ферзь e7. Игра идет без ладьи у черных, но все белые фигуры под ударом. А тут что получается? Переход в такое окончание, и окончание безнадежное. Безнадежные для белых, потому что слон против коня, плюс две связанные проходные на фланге. Вот такие красоты в случае хода ошибочного ладья бьет b2 в этом варианте. Ну, можно сказать, ферзь e3, ферзь бьет c5, ладья бьет f6. Тут уже совсем другие пироги, тут позиция близка к равной. И почему я агитировал за этот вариант? И теперь лучший ход со стороны белых, это не ферзь e7, того белых хуже, а ферзь g1.
и на gf, слон h4. И оказывается, что белые уже переходят в атаку, хотя у черных страшные проходные. Такой удар, ладья e8, нельзя брать на e8 и зарабатывать один ход. Нужно играть ферзь d5. Теперь король h2, ферзь d5 это шах. Король уходит под шаха, ферзь отступает, бить на e8 по-прежнему нельзя, за слон бьет f6, мат. Поэтому нужно защищаться. Разменялись, сыграли конь бьет f5. У черных страшные проходные на фланге, но король-то в какой жуткой опасности. Ферзь d4 угрожает. Ну, слон e6, чтобы как-то коня потревожить. Ферзь d4. Ну, похоже, что лучший ход за черных просто слон бьет f5, естественно, не b3. После b3 вроде черные не проигрывают, но они слабейшая сторона, а страшно играть. Вот, а тут что? Тут слон бьет f6, ферзь бьет c4, ферзь f7, ферзь c6. Ну, и похоже, что здесь у черных все-таки получше. Вот здесь у черных получше, в такого рода вариантах, хотя, скорее всего... Вы знаете, я вот сейчас отступлю сюда и задумаюсь над следующим вопросом. Конь бьет f5, белые сыграли слон e6, ферзь d4. Ну да, слон бьет f5 получше, потому что у них все-таки у черных здесь преимущество, а после b3 у черных не лучше. Вот, ну, вот конь b7 заслужил внимания. Ну, сыграл конь b5, мейер. Повторюсь, это не классические шахматы, уж тем более не шахматовые переписки, которые практиковались когда-то давным-давно. То есть я к чему клоню? Что играть нужно было все равно интуитивно. И вот в интуитивной игре, в сложнейших позициях, конечно, сторона тот из соперников, оппонентов, который просто лучше играет в шахматы, быстрее соображает и так далее, но имеет односторонние преимущества. И в данном случае таковым, конечно, лучше соображающим и более сильным, более опытным, наверное, более опытным, несмотря на относительно молодой возраст, являлся, конечно, Ян Непомнящий. Конь b5 сыграл Георг Мейер, ферзь b8, конь бьет a7. Может быть, черным стоило сыграть ладья d6 с преимуществом без порта. А после конь c7 ситуация не столь проста, поскольку есть ход конь c6, размен. Белые как-то консолидировались. Конь d5 атакованная пешка e3, у черных получше. И, может быть, белым стоило сыграть слон f2, сохраняя хорошие шансы на успешную защиту, хотя у черных преимущество. Было сыграно ладья e2. Теперь ладья e8. Ферзь бьет c5. Конь бьет e3. Какая-то разгрузка идет. Вообще Ян где-то продешевил, судя по всему, тоже со своей стороны. Черные отыграли фигуру. Считаем пешки. Пешек поровну на доске. У белых более открытый король, у черных более активные фигуры. У черный король тоже требует потери времени на профилактику, поскольку восьмой ряд слаб. И вот ходом слона f2, наверное, белые сохраняли хорошие шансы на защиту, потому что в случае хода слон бьет b2, самого естественного, слон бьет b2 все-таки хотя бы отчасти угроза, можно сыграть ладья b6, скажем, ферзь a7, ладья бьет b4, размен, продолжаем вариант дальше, мата нет по восьмому ряду, потому что слон g8, но шах можно дать, висит на b2, лучше сыграть слон f1, для того чего? Потому что если слон бьет b2, ладья бьет b2, ладья бьет e3, то одноцвет, ничья, конечно, но без пешки у белых. Вот. А связать можно ладьей, но слон d5 не успевают белые сыграть после этого. А тут провоцируют белые и черных на взятие на e3, но это делать надо. Теперь слон c4 и выигрывается другой вот этот слон на g8, причем его можно взять не ладьей, а слоном. У черных лишняя пешка, но их король в некоторой опасности. Ну и скажем, сам слон d4, слон e6, шах, получается просто ничья. Просто ничья, материальное равенство и так далее. Это к вопросу о слон b2, о ходе, который делать здесь не хочется. И хочется, и колется, скажем так. Можно сыграть ладья d6. Продолжать играть, вот как ни в чем не бывало, в этот сложный, не знаю уж, эндшпильный миттельшпиль, миттельшпильный эндшпиль. Там ферзь c5, лучший ход вроде бы за белых. Ферзь бьет d3, ферзь f8. Ушли назад, ферзь бьет b4, подравнялись. У черных получше после хода или h6, или ферзь c2, но вряд ли они могут всерьез рассчитывать на победу. Это к вопросу о ходе слон f2, который мог сделать Георг Мейер, но не сделал, а сделал ход d4, он пошел вперед, он подставил пешку под удар, надеясь в тактических осложнениях резко активизировать свои силы. Слон f7, вот такой интересный ход. Ну, в принципе, конечно, вроде бы слон f7 ход правильный, как или слон g8, у черных лучше после этого. А вот, например, слон бьет d4, можно брать или не брать? Нельзя. Почему? А потому что висит слон. Я как-то вот не обратил ваше внимание на это элементарное обстоятельство, что висит здесь слон. Вот так вот. Поэтому слона нужно уводить. Слон уходит. d5. Слон бьет d5, играет Ян Непомнящий. Ну и оказывается, что его преимущество чуточку уменьшилось. Хотя, с другой стороны, лишняя пешка. Ферзь e6. Угрожает ладья c8. Ладья отступает, защищает эту угрозу ладья c8. Шах. И просто ладья c8. Ферзь бьет f5. Белые подравнялись. И следует слон бьет b2. Ну, может быть, белым с черным стоило сыграть b3, вопрос сложный. Ну, как не взять пешку, да, такую, и не образовать проходную сразу? Конечно. Слон f2.
И здесь вот, ну, ферзь А8 выигрывала просто, четко и без всяких, так сказать, разговоров. То есть связывалась ладья, король на H1 стоит, ферзь Е4 надо играть, теперь B3. Белые скованы, никаких резких отскоков в их распоряжении нет. Можно подменять ферзей, тогда слон черных уйдет с поля b2, потом будет b2, потом ладья встанет то ли на второй ряд, то ли на линию c, и черные выиграют форсированно, то ли на линию a, ладья a8, ладья a1. То есть ферзь a8 выигрывал сразу. Ход b3 сохраняет некую, не то что интригу, но сложность. Ну, не сложность, какие-то шансы вроде бы за белыми. Следует вот такой ход, ферзь g4, ну, обращаешь внимание, что нельзя играть ладья bf4, потому что ладья дает шах. Вот, можно зевнуть так вот в блице. Но тут что? Ладья черных закрывается, конечно, шахом. Но ферзь, дающий шах, уничтожается, и белый выигрывает с лишним ферзем. Вот. Поэтому не ладья bf4, а слон f6 играет Ян Непомнящий. Следует ладья b6, и здесь b2. Сильный ход, безусловно. Ферзь остается черных под ударом. Но если взять этого ферзя, так Георг Мейер не сыграл, то следующий ход черных b2, b1, ферзь. Ну и как минимум в варианте слона 7 черные остаются с лишним слоном. И легко в выигрышной позиции. Нет проблем. Реализация легкая. Важно, что там не подменять ферзей, плюс пешку g, тогда пешка h не обеспечит победу, так как угол h1 не того цвета. Но этого избежать черным очень легко. Так вот. Но белые сделали ход ферзь f5. Ход не спасающий. Более того, даже не затрудняющий по большому счету защиту. Не защиту, а выигрыш черных. Выигрыш Яна Непомнящего. Но здесь случилось нечто очень странное. То есть ферзь белых контролирует поле b1, чтобы не было хода b1, b2, b1, ферзь. А угроза такая была после хода b2 при висящем даже ферзе черных на b8. И вот здесь вот черные должны были сыграть ферзь a8, чтобы выигрывало элементарно, форсировано, вообще разговоров нет. Ну, скажем, там ферзь b1, ферзь f3, тогда там особо ладья подтягивается, можно форточку сделать. Качество жертвовать безнадежно, еще на f4 потеряется все. Ну, безнадежная позиция у белых совсем. Но Ян сыграл ферзь c7. Понимаете, это все-таки рапид, почти блиц, и этот ход почти все выпускает. То есть мог все выпустить, если белые сыграли ладья бьет b2. Вот такой элементарный ресурс, вроде бы вот ловушечка была со стороны белых. Больше смысла особого. Ну, сопротивляемся до последнего, защищаемся до последнего, изыскиваем шансы до последнего. Ферзь f5 сыграл Ян, не Ян, а Георг Мейер. Для чего? Чтобы вроде бы на ферзь c7, используя незащищенность ладьи, сыграть вот так вот. Ладья бьет b2. Ну, у черных получше, конечно, но уже такие... Совсем немножко. Слезы, как принято говорить. Но вместо этого Георг Мейер, вместо хода ладья бьет b2, сыграл ферзь e4. Ну, последовало h6 спокойно. Теперь уже связки нет. Пешка b2 защищена, слон f6. Абсолютно безнадежная снова позиция белых. Король g2, ладья b8, белые сдались. Ну, сдались по вполне понятной причине. Что делать? Угрожает взятие на b6. Там пешка b проходная. Но если, например, разменяться, то взятие. Угрожает b1 ферзь, если ферзь b1, тогда проще всего взять на f4 и затем с ферзь c1. У черных уже не просто лишняя пешка на b2, но две лишние пешки. Ну и плюс доминация, плюс ферзь c1 неотразимая. Короче говоря, вот так счет в этом матче, в первом мини-матче, в первой части, в первом тайме этого финального матча был открыт. И команда Сбербанка, наша сборная, наша команда вышла вперед. Ну... Перехожу к следующему, так сказать. Вот сравните, кстати. Сравните качество игры. Давайте я поменяю титр. Вместо Непомнящего. Ханну Мария Клек против Максима Лаврова. Мы не знаем, честно говоря, кто такой Максим Лавров. Да и Ханна Мария Клек тоже не слишком известная для нас шахматистка. Но статус финала все-таки очень высок. А кроме того, понимаете, это же вот что хорошего, что привлекательного в этом корпоративном чемпионате мира, проходившим под эгидой ФИДЕ. То, что очень многие корпорации откликнулись на этот призыв, выставили свои команды. Ну, шахматы сейчас пользуются, с одной стороны, ну, авторитетом, там и фильм соответствующий, Queen's Gambit, то ли Королевский гамбит, хотя гамбит королевы вот надо, то ли Ферзевый гамбит, поскольку Queen's Gambit, как мы знаем, это чисто шахматным, узкошахматным плане означает именно ферзевый гамбит d4, d5 и c4. И вот Ханна Мария Клек против Максима Лаврова. Напомню, что команда Гренки Банка имела необычный состав.
женщин больше, чем мужчин, хотя можно было выставить трех мужчин и одну женщину, но они выставили трех женщин, я думаю, не случайно пригласили именно в качестве легионера Алину Кашлинскую, так сказать, женщину-гроссмейстера. Не буду вдаваться в, так сказать, какие-то нюансы и гадать, почему они так поступили, но тем не менее, очень такой сыгранный получился состав. Хотя все играют, исходя, сидят у себя дома, онлайн, чемпионат мира и так далее. Итак, Ханна-Мария Кляк против Максима Лаврова. Белыми играет представительница Гренки банка, а черными Максим Лавров, представитель российского Сбербанка. D4, давайте, E4. Вот сравните, опять же, вот то, что происходило в этой партии, с тем, что мы видели в предыдущем поединке, действительно сильных гроссмейстеров. Ну, в первую очередь, Ян Небумищий, но Йорк Бейер тоже очень неплохой шахматист, кто бы, так сказать, сомневался. Итак, слон B4, ну, известный вариант, белые вряд ли могут на что-то рассчитывать серьезное в этом дебюте, но к подводные камни определенно есть. H3, вот такой вот ход, не ферзь F3, не как-то еще, H3, C6, хорошая структура такая, защищенная пешкой, c6, пешка d5, клин такой, мешающий белым фигурам выйти на хорошие позиции. Ферзь f3, слон d6, ладья e1, h6, чтобы слон g5 не было, хотя ход не обязательный, но вполне логичный, почему бы и нет. Слон f4, пытаясь разменять чернопольных слонов, убеет, белых будет получше. Ладья b8, такую пешку, стоящую на поле b2, она идет на поле b3, ладья b4. Вот не факт, что это правильный маневр. Вот ход ладья b7, видимо, приводил просто к уравнению шансов, потом перевод ладьи на e7, ладья e8, полная консолидация, хотите меняться на d6, ферзь бьет d6, пожалуйста, линию e мы не отдадим, я рассуждаю с точки зрения черных. А тут начинаются какие-то осложнения, могут начаться. Конь e2, слон защищен, слон бьет f4, конь бьет f4, ощущение такое, что у белых получше, ну не то, что атака, нет, атаки нет, но как-то белые фигуры стоят активные. Гармонично, ладья на b4 непонятно что делает, ну, атаковала она белого слона, а что дальше? Дальше ферзь d6, c4, четвертый ряд перекрыт, конь f4 таким образом защищен, а ферзь ведь его с ладьей атаковали, слон a6, и логично, и не очень, потому что, ну, правда, бить на d5 нельзя из-за ладья бита f4, это понятно. То есть какие-то тактические удары со стороны белых не проходят, а удар на c4 вроде бы пограживает, но слон на h6 стоит где-то сбоку. Если белые парируют основные угрозы, то, наверное, у белых будет получше. Ну вот ладья d1, действительно, парируется основная угроза dc, потому что слон бьет, даже не потому что слон бьет c4, потому что слон h7, ферзь ладья бьет d6, выигрывая ферзя. Ферзь отступает с этого битого поля, чтобы после dc не было хода слон h7. Конь h5, выменивается фигура, конь, защищающий черного короля очень надежно. Теперь защитников мало у него, у черного короля. И здесь очень интересный ресурс. Ну, казалось, конечно же, Максиму Лаврову, что вот dc, и все у него здорово. Портятся белые пешки, ну, позиция уравнивается. А на самом деле нет. Есть ход ферзь c5, который сделает его соперница. Ханна-Мария Кляк. Теперь, если там как-то защищать ладью... Кстати, вот я не случайно обозначил то, что белый ферзь присматривается и к ладье b4, и к ладье f8. Почему? Потому что ферзь b6... Тогда слон h7 шах, отвлекается черный король, забирается на ладья на f8, и там взятие на b3, ферзь бьет f7, белые форсированно выигрываются, там пытаться двигать пешку дальше, что ферзь f5 шах, если же 6, то ладья d7, ладья e8 мат, ну а если король вступает, то мат вводит ход ладья e8. То есть, нельзя играть как-то ферзь b6, нужно уходить ладьей, причем уходить ладьей с b4 не куда-нибудь, а на поле b8, дабы защитить ладью f8 и парировать угрозу слон h7. Ну, следует cd, bc. Чтобы сохранить слона на сильной позиции, угрожает еще ладья e7 хотя бы отчасти. И, видимо, ход ладья d8 позволял черным с позиции слабости, но иметь большие шансы на ничью. Черным хуже, конечно, вопросов нет. Но ничего страшного. Скажем, а4, там, пытаясь как-то усилить позицию, там, слон e4, такого рода игра, на c6 пешка слабенькая, белый ферзь прекрасный на c5. Но какие-то ладейники назревают вот так на горизонте. Вырисовываются с лишней пешкой у белых, но... 3 на 3, если черная ладья прорвется в тыл, будет все-таки ничья объективная. Ближе к ничьей, конечно, позиции, чем к выигранной для белых. А после ферзь f4 ситуация меняется. То есть белые могли сыграть ферзь a3, этот ход не был сделан. Опять же, ну, не будем забывать, что играли все-таки любители, ну или полулюбители. И вот многие даже, все-таки в составах команд, многие шахматисты очень интересные играли. Правда, на первых досках в качестве легионеров. Но кроме, ну, играл Магнус Карлсен, но его команда далеко не прошла. До финала так явно не тянулось. Играл Аня Жгири, играл Дмитрий Яковенко, играл Владислав Артемьев, играл, ну, кого еще можно назвать?
Антон Коробов, например. Я, так сказать, не буду перечислять всех шахматистов, вот известных гроссмейстеров, сильных, особенно в рапиде, на фоне, так сказать, общей массы. Ну и вот это самое в некотором смысле общая масса, хотя нельзя сказать, что шахматисты и шахматистки, которые играли за главных претендентов на победу, в частности, вот в команде Гренки-банка, ну, о Сбербанке я не говорю, тоже, в общем, шахматисты не такие известные, и шахматистки, но, с другой стороны, вряд ли они слабые, и, наверное, они поднаторели при игре в быстрые шахматы. И вот с ферзь А3, тем не менее, Анна-Мария Кляк не делает ход сильнейший, который давал белым заметное преимущество. Почему? Ну, скажем, слон бьет С4, вот такой ход. Теперь белый, почему? Если черный отступает, то у них просто они теряют пешку без компенсации. А если взять на С4, тогда можно и ладья Е4, что бросается в глаза, и белый выигрывает. Еще сильнее может быть G3. Примерно равноценный ход. Ферзь сбрасывается с четвертого ряда, и слон забирается. А если ферзь D4, тогда шах. И знаменитая, знакомая нам тактическая операция с выигрышем большого материала белыми фигурами. Ну и сверх А3 был сыграно ладья А4 сразу, и ситуация не такая простая. Белые должны были взять на А7 с шансами на победу с лишней пешкой, может быть, неплохими шансами, а последовал ладья А3, и теперь черные, видимо, ходом ладья D8 могли иметь прекрасные шансы на спасение, потому что на А7 бить невыгодно теперь из-за слона бьет С4. Слон связан, ладья на D1 за ним у белых. А если сыграть ладья E1, ну, то слон C8, и черные консолидируются в этом варианте. Здесь вот они как раз получают то, о чем я говорил. Меняют сильного слона белых, никакой атаки на черного короля нет, у черного хорошая ладья по линии D, у белых лишняя пешка, и все, скорее всего, сведется к какому-нибудь ладейнику с лишней пешкой сбоку у белых, который при объективной, при хорошей защите черных, выигран быть не должен. Ну, было сыграно ладья А8, защищая эту пешку, все-таки, ну, Максим Лавров какой-никакой, я думаю, любитель, может быть, неплохой, такой полупрофессиональный любитель, скажем, хорошо играющий в рапид. Тут ладья F3, ферзь E6, ладья E3, повторение позиции, ладья E1. Разумеется, Анна-Мария Кляк, хотя как разумеется, вот мы увидим удивительные случаи совсем другого игрового поведения. Так вот, не соглашается немецкая шахматистка на ничью, и здесь вот нужно было сыграть ладья D8, и у черных шансы на спасение в неприятной позиции, без пешки, вот такой вот. Все-таки по сравнению с тем, что мы видели, здесь лишний темп у белых, а слон F5 просто так черные сыграть не могут. Не успевают пока. Ну, было сыграно ладья FD8, ход, который просто, видимо, совсем нехорош. Ладья F3, что делать? Ферзь D6 играть нельзя по причине ладья E8 шах, у белых есть форточка, да и слон DF1 мог бы отступить при случае. Ну, нужно брать, и теряется ферзь, и белые выигрывают. Ферзь за ладью, легко выигрышная позиция. Поэтому ферзь G5. И теперь ферзь бьет C6. И вот здесь уже полная доминация белых фигур, то есть и ладьи работают отлично, и слон защищен ладьей, и ферзь C6 атакует черного слона, который расположен ужасно, потому что на C8 отступить нельзя, потеряется ладья на А8. Ферзь D2, какой-то такой как бы шанс. И белые могли форсированно сразу выиграть ходом ладья E7, цепляясь к пешке F7. Ну, не буду показывать варианты, потому что на g6 там можно ударить куда угодно, на f7 и на g6. Ладья b3 нельзя играть, в частности, потому что висит ладья на a8 шахом, и на король h7 ферзь e4 шах. Ну, просто сыграно ферзь e4, что, по сути дела, не хуже, почти не хуже, чем то, что я показал. Угрожает шах и мат следующим ходом, поэтому g6. И теперь сразу выигрывала ладья b7. Этот ход не был сделан, он выиграл форсированно. Если взять на e1... пытаясь откупиться вот балом, тогда ферзь Е4, и белые возобновляют атаку, висит на G6. Если взять D3, тогда взять на D3. Безнадежно. У белых ферзь и две пешки за ладью и слона, плюс полная дисгармония, дезорганизация сил черных. Если сыграть ладья G8, защищая пешку G6, тогда ферзь F4. Если король E6, тогда слон E4, иду слоном на D5. Ну и в такого рода вариантах шах, 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 и ферзь F7 выигрываю еще одну ладью. Вопросов нет. Если на g7, тогда ферзь d6, а такого вот слон и пешка, ну, король h7, скажем, взяли слона, а ничего лучшего нет. Считать, что лучше отступление до b7 слоном нельзя. Ферзь бьет g6, потом пару шахов выигрывает слона, дополняя к нескольким пешкам. Вот. Ну, а на король h7, как я уже говорил, ферзь бьет h6. Значит, это по поводу хода король бьет f7, тогда ферзь бьет g6, как я уже сказал, и ферзь... Нет, это я не показывал еще. Тогда вот такой вариант. И здесь, конечно, нужно было понять, вот это легко не засмотреть издалека, не увидеть. Хотя, может быть, и ладья e7 тоже выигрывает, вот я думаю так. Но чище всего... Ладья e7 тоже выигрывает. Чище всего дать мат в три хода. Вот такой. Красивый.
Ну и наконец, сыграть ферзь бьет d3. Мы рассмотрели ферзь бьет e1 и взятие на f7. Если ферзь бьет d3, тогда ферзь e7 с угрозой ладья g7, ладья h7 мат. Нужно играть ферзь c3, прикрывая это поле. Теперь ладья e6 с угрозой ладья бьет g6. Нет никаких шахов реально, кроме одного шаха по первому ряду у черного ферзя. Ну, что делать? Делать, в общем, нечего. Безнадежно, потому что невозможно защититься. Если ферзь d3, тогда ладья g7, ладья h7 и мат ферзем. Вот. Ну, вместо хода ладья f7, который выиграл форсированно, Ханна-Мария Клек сыграла ладья b1. И ходом ладья c8 черные могли оказать упорнейшее сопротивление. Хотя, видимо, у белых объективно все равно выигрышная позиция. Лишняя пешка плюс целых ряд других достоинств. Но было сыграно ладья e8. Ну и теперь ферзь c6. Висит слон. Ферзь a5. Теперь слон бьет g6. Можно было сдаться сразу, но был дан шах. Размен, король ушел, ферзь e5, ладья g3. Все. Бить нельзя. А не бить тоже нельзя, там ладья еще висит. И слон висит. Ну, слон d3. Здесь вот черные сдались. Потому что если король f8, тогда ферзь бьет h6. А если король h8, тогда... Вот мат на доске был. Я неправду сказал. Черные не сдались. Черные получили вот такой мат. После этого... Счет в матче сравнялся, еще одна партия закончилась ничью, и судьба, так сказать, всего этого поединка, первого игрового дня, зависела от того, чем закончится партия между Марией Камягиной и Инной Агрест. Вот такая вот позиция, я меняю титр и показываю концовку этой решающей партии первого игрового дня. Она проходила драматично. Кто выиграет, тот выигрывает первый игровой день. Но не то, чтобы это было так уж принципиально, потому что впереди второй. Не игровой день, а второй мини-матч. А вот я все время использую термин «игровой день», хотя это неправомерное использование слова употребления, потому что пропит много партий в один день и апофеоз всего вот этот финальный матч. Вот такая позиция возникла после 43-го хода черных ладья b5 в партии между Марией Камяниной и Инной Агрест. Ну, f4, начало прорыва. Хотя, с другой стороны, объективно позиция близкая к равной, так как пешка опять теряется, ну белые вроде все время немножко поддавливали и воспринимали себя как сильнейшую сторону. Я говорю о Марии Камяниной. Взятие на f4, король бьет f4, король бьет a5, конь f3, король отступает, конь d4, все-таки белые консолидировались, но теперь ход король c5 удерживал позицию четко со стороны черных. После этого у белых может быть получше немножко, там взятие, скажем, взятие g5. Ну, ничего особенного. Черные все-таки все свои основные слабости прикрыли, у белых свои недостатки. Хотя белые чуточку лучше стояли бы. Но было сыграно конь e5, ход ужасный, потому что он подставляется под g5. Если бы так было сыграно, то белые добивались решающего преимущества. Конь d3 разменялись, дали шаг с поля b2 и взяли на f6 две связанные проходные. Но если сыграть конь f7, это сильнейшая, самая упорная защита, так как в случае взятия на h3 беру на f6, потом пешка e2 идет вперед, а черные ничего не успевают. Вот. А если конь f7, взятие g5, можно отбросить белого короля, теперь если слон h3, тогда e5, это тоже, конечно, не совсем плохо, не совсем безнадежно, но все-таки плохо для черных. То есть нужно пешку уничтожать, тем более, что таким способом можно забрать сразу две пешки, но король идет на e3, и в случае хода g4 очень сильный ход слон f5. Не этот ход, если бы тогда все было бы далеко не ясно, у черных сильные проходные, а он полностью эти самые проходные обесценивает, обезвреживает. Ну и дальше, элементарная, так сказать, техника. Может быть, даже ладья e6 подменять ладьи, потом идти королем на f4. Вот. g3 черные не могут сыграть. И отвести слона просто так не могут без потери пешки. Ну, было сыграно, то есть не было сыграно. Другой ход, кроме слона h3, это король c5 здесь. Тогда, наверное, взятие, король g4, взятие, e5. И у белых заметное преимущество и шансы на победу, так как угрожает e6. И ничего этому не противопоставить невозможно. Ну, конь d8, можно отдать пешку. Но в любом случае, черных тяжелая позиция. Конь d8 надо, потом конь e6, не пропуская сразу белого короля. Но без пешки в тяжелой позиции черные остаются. Но вместо этого было сыграно ниже 5. Вот не воспользовалась шансом. Здесь Мария Камянина сыграла король Е3, белые, слон Д7, и белым стоило сыграть слон Д1. Но, видимо, Камянина продолжала играть на победу. Кстати, вот я зашел в интернет, выяснил, что Камянина регулярно выступает, особенно во время ковидного кризиса в различных быстрых турнирах
в рамках Северо-Западного округа России. Судя по всему, она работает в Сбербанке, в одном из отделений или структур. Ну, в общем, с одной стороны своя, с другой стороны любительница шахмат, своя с точки зрения Сбербанка. И играет она неплохо, рука набита, но ну, раз на раз не приходится. И вот здесь сыграли белые ладья f2. Камянин сыграл ладья f2. Черные могли нанести удар, это быстрые шахматы. Ладья f2 вроде логично, пешку f6 берем под контроль. Ход слон bg4 давал черным перевес. Ну, вроде надо забрать. Но это позиция в пользу черных. Ладья и две пешки, причем связанные проходные. Было сыграно король c7, ладья g2. Позиция снова вернулась к чему-то близкому к равенству. И g5. Ну, вот не надо было белым играть g5. Надо было отстаиваться, делать ничью уже, так сказать, с позиции слабости. Здесь ход слон bg4 давал черным преимущество. Очевидное. Было сыграно король d7. Опять же, вот на флажках все это происходило, я так предполагаю. Гипотеза моя. И тут уже рука работает, как-то делает естественные ходы, а то, что можно что-то забрать, перехватить по ходу дела, забывается. Теперь ход ладья h5 давал белым неплохие шансы на ничью, но было сыграно ладья h2, ход, ведущий к абсолютно безнадежной позиции, потому что черные резко активизируются. Смотрите, как у них фигура расположена замечательная. Слон атакует пешку h3, конь на e5, герой и ладья. Ворвалась в ладья соперника. Ну и вот здесь вот, конечно, нужно было сыграть ладья g1 черным. И таким образом Инна Агрест могла, переведя ладью на g3, просто забрать пешку h3 и легко, элементарно, я бы даже сказал, выиграть партию. Скажем, слон d1, ладья g3, это та самая идея со взятием пешки h3 и так далее. Но висят флажки. Всю партию черных было похуже. Если бы белые сыграли в нужный момент g5, а не в нужный, как это произошло в этой партии, то белые получили бы преимущество и, может быть, просто выиграли. А тут ладья g1 выигрывала легко. Но было сыграно ладья f1. Ну, можно здесь ладья g1 сыграть. Можно повторить позицию. Но не ладья g1 черные сыграли, а ладья f1. Король d2 и соперницы согласились на ничью с троекратным повторением. В результате в первый игровой день был зафиксирован счет 2-2. Ничья. Ну, во второй игровой день, давайте я перейду уже к рассказу не о втором игровом дню, а о втором мини-матче, который начинался при равном счете. Также было очень много всякого драматичного. Причем вот интересно, любопытно, что Ян Непомнящий еще не смог поставить серьезных проблем перед Георгом Мейером. Тот сделал черными ничью, но есть еще три доски. Счет равный, и вообще, чем все это закончится, было непонятно. Хотя в глазах, так сказать, большинства болельщиков, ну и с чисто формальной точки зрения, и учитывая предысторию выступлений той и другой команды в предыдущих турах, фаворитом, конечно, воспринимался, считался Сбербанк. Ну вот, Ян Непомнящий сделал ничью, первую партию черными выиграл, молодец, безусловно, все такое. Вторую партию белыми выиграть не смог. И вторая доска, Анна Кашлинская против Александра Кадацкого. Я не показывал первую партию этих соперников, соперника и соперницы. Напомню, что Алина Кашлинская, хотя и россиянка, но выступает за немецкий клуб, Гренки клуб, Гренки банка. И вот эта партия, она весьма любопытная. Безусловно, Кашлинская воспринималась, считала себя фаворитом. То есть, она вот одной из ударных досок все-таки. Она приглашенный легионер, выступает не на первой доске, а на первой играет представитель, так сказать, работающий, не знаю, в каком качестве, в какой, на какой должности в Гренке банке Георг Мейер. Анна Кашлинская на второй доске. И давайте посмотрим, что в этой партии происходило. Итак, Е4, С5, конь С3, Д6, Д4. Ну, куда-то в сторону Алина Кашлинская заманивает своего соперника Александра Кадацкого. Ферзь d2, экзотика и фианкетта. Ну, я не знаю, вообще, мне кажется, так играть не нужно белыми. Конечно, оригинальный характер борьбе придается. 3-0, слон фианкетирован. Но кроме этого, что? В черных хорошее, так сказать, хорошее драконовское расположение фигур. Король b1, a6, f3, b5, h4. Такая вот полураузеровская антидраконовская атака с помощью пешки h вроде бы назревает, но h5 заблокировали. Теперь ход конь h3 позволял белым сохранить примерное равенство в позиции, но Алина Кашлинская, опять же, она легионер, она приглашенная участница, она стремится к победе, конь e2, ход, после которого белые хуже стоят. Конь e5, причем надо сказать, что Александр Кадацкий очень так правильно реагирует до поры до времени. Конь g3, ход ферзь c7 давал, видимо, четкое преимущество. Ход e6 идейный, неплохой, потому что он берет под контроль все центральные поля и, главное, готовит продвижение d6, d5. Ну, поле f5 – одно из ключевых полей. Вот мне кажется, что вынашивало какие-то мысли, замыслы сыграть конь f5, отдать
за пешку, отдать коня за пешку, но зато конь на f5 бы стоял великолепно, второй оставшийся, там, ферзь g5, всякие идеи, взять на g7, ну, на психику действует, скажем, возможность конь f5, поэтому e6. Ну, кроме того, ход идеи, опять же, так как пешка d6, это фиктивная слабость. Слон e2, теперь конь d7 вроде добавил черным четкое преимущество, и на c4 то, чего можно опасаться в контексте конь d7, размен, d5, и черные захватывают в вариантах такого рода все центральные поля. То есть конями, кони, слоны расположены идеально, ладья на c8 идеально. Сказать, что у черных решающее преимущество нельзя, но то, что у них явно лучше, заметно лучше, бесспорно лучше, это точно. Ферзь c7 сыграл здесь Александр Кадацкий, последовало f4. Ну, конь d7 давало черным преимущество ясное, конь g4 тоже оставляет за черными лучшие шансы, и очень трудно не прыгнуть конем на g4, коль скоро дают куда-то вперед, там конь f2 идея, слон f3, e5, снова прекрасный точный ход. Ну и здесь вот почему Кадацкий не сыграл конь f2, я не знаю. Сыграть конь f2, выиграть качество, за просто так. Центр белых под ударами, слоны у черных хороши, f5 бояться нечего, ну сыграют белый f5, забьют одного слона черного, но угроз не будет. После f5 или в случае f5 черные заберут одно из качеств, потом в случае fg, fg атаковать-то нечего там и нечем белым. Белым в позиции черных атаковать нечего и нечем. Ну, сыграл слон h6, выпуская значительную часть преимущества, вместо почти выигрышной позиции. Она становится, с точки зрения черных, просто позицией с преимуществом. Ладья f1, теперь уже конь f2 нет. Ладья d8, ферзь d3, теперь ход d5. Правильный ход, вскрывал центр и обеспечил черным позицию, близкую к выигрышной. Слон бьет d5, что делать? Но если взять на e5, тогда слон бьет f3 под ударом черной ладьи и белый ферзь. Если ферзь бьет f3, то ладья бьет d1, ферзь бьет c2 и просто мат. А ладья бьет c1 и так далее. То есть черные сразу выиграли. То есть fe играть нельзя, что очень неприятно для белым. Лучший ход ферзь c3, самый упорный, но все равно не спасает. Тогда ферзь b6 атакован белый ферзь черной ладьей. Ферзь отступает назад, теперь конь e3. Ну и при материальном преимуществе, лишнее качество, черные еще развивают решающую атаку. Он при здесь на c2 даже можно взять, а не, так сказать, озабачиваться выигрышем качества, потому что ферзь атакован, единственное поле, куда ферзь может отступить, это поле f2, и тогда слон e3, и ферзя все равно достали, и черные выиграли партию. Можно слон d4 играть, там безнадежно совсем, в это легко поверить. Вот. Короче говоря, d5, видимо, черным приносило форсированную победу, было уже сыграно еф, и это не меняет немножко характер борьбы, слон бьет g4, конь бьет g4, конь бьет f4, белые фигуры как-то подтянулись, создают какие-то угрозы, или, во всяком случае, надеются создать угрозы, хотя, с другой стороны, хотя и подрасплескали черное свое преимущество, оно все равно заметное, заметное. Конь e5, может быть, слон g7 стоило сыграть. Ну, вот уж очень не хочется. Может быть, b4 стоило сыграть. Конь e5, конь уходит с неплохой позиции на какую-то другую, перекрывает диагональ, все вроде все логично, ферзь e2. Ну, и вот здесь уже ход ладья e8 сохранял за черными лучшую игру. Может быть, символически лучшую игру. Вопрос сложный. Потому что может здесь конь g бьет h5 сыграть. И конь бьет h5. Ладья e6. Начинается какая-то заваруха. Но у белых здесь уже очень серьезная инициатива. Но вместо хода ладья e8, который на самом деле, конечно, уже черные должны мечтать об уравнении. Я немножко неверно оценил позицию, я думаю. У черных хуже, но после ладья e8 шансов на спасение. А после ферзь e7 шансов на спасение нет, потому что ферзь подставился. Под удар Алины Кашлинской, которая выступает не за российскую команду, напомню, не за команду Сбербанка, а за команду Гренки Банка. И конь бьет h5, конь f бьет h5, конь f5. И дальше все, так сказать, пописано. Ферзь бьет h5, слон наступает. Ладья f4 с идеей, как ни странно, ладья g4 подставится под коня. Потому что после ладья e8, ладья g4, эта идея реализуется. Но если конь бьет g4, то понятно, что совсем худо в этом варианте. Так как после ферзь бьет g4 на g7 держать нечем. Так, секундочка. Не то я сказал. Не надо бить на g4, надо бить на g7, конечно. Нужно бить на g7, и так и здесь уже действительно худо черным. Вот зачем-то я взял, начал брать этого коня рефлекторно рукой. Слон бьет g7, угрожает ферзь h8, черные теряют ферзя и так далее. Ну, было сыграно конь g6, но здесь то же самое, в еще лучшей редакции, приходится отдавать ферзя. У белых ферзь за две фигуры, плюс атака. Ферзь f5 угрожает h5. Теперь ферзь f3 по-прежнему, ну, h5 не угрожает, но ладья f1 можно сыграть.
Вот, ладья f1, пешка висит. Теперь уже ферзь f6. И вот после этого h5 черные сдались. Сдались по вполне понятной причине, так как ладья бьет h5 надо играть. А что иначе? Если конь уйдет, то ладья g7 мат. И ферзь g7 мат, конечно. А тут что? Тут ладья бьет g6, висит ладья. Ну, взятие, взятие и так далее. Ну, и может довести, так сказать, до мата или такого игру, или вот до такого мата, хотя это уже не обязательно. Ну вот в результате, хотя я думаю, что по ходу игры, конечно, участники команд не знали, что творится по соседству у, так сказать, их партнеров. Напомню, что я, не помнящий белые фигуры, не смог выиграть во второй, так сказать, не во второй игровой день, а во втором мини-матче у Георга Мейера. А Анида Кашлинская со стороны Гренкенбанка обыграла нашего Александра Кадатского. И вот очередная партия, в которой Максим Лавров, мы уже видели, как он играл с Ханной Марией Клек в первый игровой день, встречался с ней уже другим цветом фигур. Да, как Максим Лавров против Ханны Марии Клек. Вот, опять же, я думаю, что и Максим Лавров, так сказать, в некотором смысле полупрофессионал, то есть такой продвинутый любитель. Ну и Ханна Мария Клек, как я прочитал, как мы узнали из интернета, из, так сказать, социальных сетей, она, ну, национальный мастер, она так неплохо играет. Хотя понятно, что вот очень много таких любителей, высококвалифицированных или просто квалифицированных, которые любят играть в шахматы. Играют постоянно в интернете, в сети, на тех или иных площадках, а тут вот есть возможность поиграть, защитить честь своего коллектива, своей корпорации. Первую партию, как мы знаем, Ханна Мария Кляк выиграла. А тут Максим Лавров играет Е4, Е5, конь f3, конь c6, слон b5. Смотрите, что получается. Конь f6, d4, ну, не 0-0, d4, взятие, теперь рокировка, слон e7, ладья e1, b5, вот такая вот позиция. Слон d5. То есть, я думаю, что Максима Лаврова это некая заготовка, он, наверное, так играл в блиц или там в быстрые шахматы с другими шахматистами и иногда шахматистками. Но идея не такая сильная, потому что здесь черные играют конь e5, брать на e5, и после рокировки нельзя будет взять пешку d4, у черных два слона открываются, позиции открываются, у черных лучше. Но после конь d4, устремляясь на поле c6, также ничего особенного не получилось бы, если бы черные сделали сильнейший ход слон g4. Вот этот ход Анна Мария Кляк не сделала, слон g4, который давал черным великолепную игру. Ну, понятно, что нужно играть ферзь d2, конь f3 это явное не то, разменяемся, и у белых сплошные руины при материальном равенстве. А тут вот этот вариант, конь c4, ферзь идет вперед, ладья e8, и оказывается, конь c6 играть нельзя. Невыгодно. Это вариант. Вы видите, салатового цвета поля черные. Если конь c6, тогда слон идет на поле f6, угрожает, ладья бьет e1 шах, ферзь висит, а что делать? Ну, вроде надо брать на d8, иначе просто непонятно, за что белые страдают. А тут страдают еще сильнее. Ладья бьет c1, угрожает, ладья бьет d8, и слон бьет b2. На доске сейчас ладья и слон. Правильно я говорю? Неправильно говорю. Два слона. Нет. На доске, если формально говорить, ладья и конь у черных за ферзя. Ну, ладья и фигуры черных за ферзя белых, но угрожает и взятие на d8, и взятие на b2. И это приносит черным решающее материальное преимущество выигрыша партии. Например, там h3, ну, отступаем слоном, не связываемся. Там какой-нибудь ход c3, чтобы парировать угрозу взятия на b2. А это еще более страшная угроза, чем ладья бьет d8. И ладья бьет d8 черные выигрывают. У них просто ладья и две фигуры. Ладья и два слона за ферзя, плюс атака, плюс связка по первому ряду. То есть конь c6 играть нельзя, нужно играть конь c3 в этом варианте. Тогда слон h4 атакованная белая ладья. Ладья f1, чтобы первый ряд не был слаб, чтобы там вторжение ферзя не угрожало. Теперь слон f6, скажем, и понятно, что у черных плюс. Кстати, плюс не такой уж решающий. Кажется, что совсем здорово у черных. Ну вот после конь e4 играть можно. После конь e4 защищаться можно, белая слабейшая сторона, но ничего особенного нет. Там слон d7, наверное, чтобы слон не подвисал. Потом можно как-то вытеснять фигуры или там играть в такой вот примерно манере. Опять же, я не исключаю того, что игравший белыми Максим Лавров что-то такое имел в виду. Ну, в конце концов, не получится. Соперница сыграет правильно. Ну, похуже получу, но, может, не проиграю. Я не знаю. Это мои догадки, гипотезы. Но испугалась. Ханна Мария Кляк сыграла c5, взятие на c6, конь g4. У черного компенсация прекрасная. За пешку c6, но пешка на c6 есть. Конь c3, слон f6, поле d5 у белых, кстати, есть. h2, h3, конь вытесняется. Ферзь b6, конь связан. Конь e2. А могли, вот интересно, вот здесь белые вместо хода h3 что-то другое предпринять?
Ну, может быть, надо сразу было переводить коня, не знаю. А здесь что получается? Здесь надо было сыграть не конь Е2. Здесь белые обязаны были сыграть ладья Е4, и замысел Максима Лаврова себя хотя бы отчасти оправдал. В чем хитрость? Конь защищен, ладья встала под ударное поле, но угрожает конь Д5. И если слон Ф5, тогда конь Д5. Вот такой промежуточек есть, висит ферзь на Б6. А если отступить на А7, сохраняя связку, то можно белыми развязаться частично, разменять страшного для них, для белых, слона на F6, а дальше просто отступить ладьей, перекрыть диагональку, слон висит, нужно им отступать. Но у белых ясно, что преимущество какое-то. Может быть, не такое уж большое, не такое решающее после слона E4, но то, что у белых лучше, это бесспорно. Пока что лишняя пешка C6 у них, у белых. Вот. Но вместо хода ладья E4, конь E2 сыграл здесь Максим Лавров. Последовало конь E5. Не факт, что это лучший ход в позиции, хотя уж очень его хочется сделать. Ну хорошо, конь E5. То есть конь встает под удар, идет на C6. Взятие, взятие, конь на D4 отыгрывается. На доске у белых лишняя фигура, но она теряется. Взятие, взятие на D4, ферзь бьет C6, слон бьет F6. Но здесь черные на самом деле получили лучшую игру. И промежуточный ход слон B7 с угрозой мата на G2 позволял в таком варианте черным это самое минимальное преимущество, может быть не такое же маленькое, зафиксировать. То есть слон лучше коня, открытая позиция, конь висит, пешка на B2 висит и так далее. Ну, было сыграно взятие на F6. Теперь ферзь D4, разменяемся на D4, у белых точно не хуже. Есть ли преимущество, вопрос другой, но не хуже уж точно. Ферзь C6, чтобы сохранить мительшпильный характер борьбы. Конь F4, у белых снова, наверное, не хуже. Ферзь F2, но если хуже, то не намного. Здесь уже консолидация какая-то пошла. C2, C3, ферзь H6. Ну, ладья E7. Зачем черные запустили белую ладью на E7, непонятно. Хотя ничего страшного, опять же, я рассуждаю с точки зрения Ханны Марии Клек, не случилось. Но они уже черные, наверное, не сильнейшая сторона. Ход ладья C4 это уже явное не то. Явное не то, связанное с, ну, просто с зевком. Ну, слон C6 нужно было сыграть. А тут ладья F1, то есть пока еще зевка нет, но черные стоят хуже, бесспорно. А вот зевок состоял в том, что черные не досмотрели главную угрозу соперника. Конь E6 угрожает. Нужно парировать про эту угрозу с помощью хода слон C8, отступить именно сюда. Ну и после конь D5, ну, белых получше, там слон E6, конь C7, до слона добирается белый конь, там ферзь G5, скажем, ладья бьет E6, ладья бьет C7, какие-то такие варианты, ладья бьет E6, у белых лишняя пешка. Строго говоря, это, может быть, и невыигранная позиция. Шансы черных на ничью, наверное, были бы больше, чем шансы белых на победу, но лишняя пешка здоровая, а только что черные имели лучшую игру, а сейчас вынуждены спасаться. Но до всего этого не дошло, потому что Ханна Мария Клек сделала рефлекторный ход слон C6, получила конь E6 и все, сдала. Черные сдались. Почему? Ну, если Fe, тогда мат в один ход. Если ладья уходит с F8, то ферзь бьет F7, там ферзь F8 и мат в три хода. Но если ладья E4, тогда ладья бьет F7. Вот здесь черные сдались, извиняюсь. Вот здесь черные сдались. Ладья бьет F7, понятно, почему они сдались. Бить на F7 нельзя, шах, шах и мат. Бить на E6 нельзя, мат в один ход. А если ладья уйдет в сторону, то ладья F8, шах и ферзь бьет F8, мат. Хочу обратить ваше внимание, поскольку я уже сообщил о результатах всех остальных партий, что равновесие в матче после всего этого сохранилось. И более того, даже хронологически, хронометрически, конечно, нельзя было заглядывать в то, что творится на досках, скажем так, виртуальных досках ваших партнеров, партнерш по команде. Вот. Но факт такой, а вот любители шахмат, которые следили за этим всем в сети интернет, видели, понимали, знали, что происходит. И вот все решалось в партии между Инной Агрест и Марией Камягиной. Смотрим, что произошло в этом интересном, тоже интересном поединке. А происходило вот что. Е4, С5, конь F3, конь С6. Поначалу, может быть, ничего слишком такого экзотического. Конь С3, D6, слон G5, Е6, ферзь D2, H6, 0-0, слон D7, F3, слон D... Ну, я даже вот ход F3 не оставил без комментариев, хотя сейчас могу прокомментировать, ход F4 в свое время считался полуобязательным, у белых вроде как получше. Но начали некоторые играть F3, потом вот H4, такая вот витиеватая манера. Вспомним, кстати, что произошло, как закончилась партия между Марией Конягиной и Инной Агрест в первом раунде этого финального матча. Тогда поддавливала всю партию, имевшие белые фигуры, Марина Конягина, а потом взяла и
пошла не тем путем, а потом и наагрест в выигрышной позиции пошла на вторикратное, согласилась на вторикратное повторение позиции, и ничья в результате, ну, можно считать, что вначале свои шансы упустила российская шахматистка, представительница Сбербанка, а потом Сбербанк чуть не проиграл, поскольку и наагрест могла выиграть партию. Вот. А тут b5, ну, пока ничего неожиданного, конь bc6, размен, конь e2, стандартные более-менее маневры. Сказать, что здесь у кого-то так уж лучше, я не могу. Белые все-таки белые есть, белые сознательно пошли на эту позицию и так далее. Но позиция, на самом деле, на мой взгляд, примерно равная. Рокировка, можно это делать. Не опасаться хода g4, конечно, поглядывать в эту сторону надо. Но уже, так сказать, какие-то завязки есть в центре. И ход d5 витает в воздухе. Правда, нужно считаться с идеей e4 и e5, в ответ на d5, а на ферзь e5, слон f4, выигрывая партию. На взятие на d4, в этом варианте, ну, предположим, d5, e5, ферзь e5, слон f4, ферзь бьет d4, слон h7 шах и ферзь бьет d4. То есть d5 не угроза. Вот. Но ферзь e2 все равно, тут уж точно d5 нельзя из-за e5. Ферзь c5, конь b3, планы с g4, белые, может быть, где-то такие лелеют провести. Но просто так это ход, сам по себе ход g4 ничего особенного не дает, потому что пешка e4 ослабнет, и контр-игра в центре. На фланговую активность черные ответят контрударом в центре, и белых может казаться, белым может стать плохо. Вот. Поэтому g4 не проводится идея, и черные этого не очень опасаются. Ну, слон d2, такое маневрирование, e5. Конь белых на b3 далек от поля f5. Когда он стоял на d4 и e5, было в принципе невозможно за конь f5 играть. А теперь конь стоит на b3, а план черных, связанный с ходом d6, d5, ну почти неотвратим, неотразим и так далее. У черных станет хорошо. Такое ощущение. Ну, g4, может быть, стоило сыграть. g4 следует. Все равно d5. Игра на встречных курсах. Теперь, если вот так сыграть, сразу, а темпу, g5, тогда удар на e4. Если gf, тогда взять d3 и ничего белого не успевают сделать. Ну, скажем, ферзь d3, нужно все-таки ферзя из-под удара увести, взять им пешки. Тогда ладья d8, ферзь атакован, ферзь f5. Теперь слон бьет f6, смотрим и убеждаемся, что у черных хорошо, у белых не очень. Два слона у черных, ладьи стоит как надо, слоны активные, слон на b7 вообще, бог и царь. Ну и второй может после e4 стать страшным слоном, тем более, что при, будь ход за черными, сыграя не e4, то перекрыта была бы диагональ, и пешка c2 подвисла. То есть сюда идти белые не могут. Но они могут сыграть Fe, конь g4, и начинается вот такая вот возня, примерно равные позиции с примерно равными шансами, но ударив вот таким образом промежутки на e4, черный обеспечил своему коню поле g4, очень важное для этого коня. Ну, в партии было сыграно слон f5, и то же самое вроде как бы осуществляется, взятие, ну, белым стоило сыграть Fe, конечно, и после конь g4 получалась схожая позиция, у черных чуточку лучше. А было сыграно слон бьет e4, то есть это страшная позиционная уступка, то есть разменяли своего слона на коня, и слабость на e4 какая-то образовалась, и ходом ладья c4 черные могли добиться большого преимущества, и если бы так поступила Мария Конягина, то, наверное, команда, или с большой вероятностью можно сказать, что команда Сбербанка бы, ну, имела бы шансы выиграть этот чемпионат, выиграть этот матч. Но было сыграно g6, позиционная обоснованный ход. Пешка на h5 защищена, все укреплено, два слона, и вроде у черных получше. Действительно получше. Насколько? Вопрос сложный. Ладья забирается, вот это неприятно для черных на d7. Ладья e8. Ну, белым стоило сыграть ладья hf1, не буду вдаваться в подробности. С ладья d1 последовал. Теперь ладья белых с поля d7 вытесняется, и у черных все здорово. Ферзь b7, атакованный пешкой e4. Они прочно захватили инициативу, такое впечатление, ладья e1. Теперь b4, изолирован белый слон. И кажется, что над белыми сгущаются тучи, потому что у черных все в порядке, все координировано, все гармонично расположено. А белые играют ферзь e3, чтобы эвакуировать слона с поля опять через b6. Ферзь b5, ферзь b6, вот так. Ну, опять же, я думаю, что, конечно, за замиранием сердца следили болельщики за развитием событий этой партии, равно как там и спонсоры, которые направили свои команды на этот чемпионат, сформировали соответствующие составы, которые не безразличны к шахматам. Ферзь b6, ферзь идет на c4, ферзь отступает на поле e3. У черных, безусловно, лучше. Слон a4, наверное, не туда, потому что слон должен работать по большой диагонали. Ну ладно, слон b6. А теперь надо было сыграть ферзь e6, сохраняя лучшие шансы. Непонятно почему, во всяком случае я понять не могу, почему Мария Конягина взяла на b3 и согласилась на позицию уже заведомо не лучшую, а даже несколько худшую. То есть какого-то непонятного, неактивного белого коня на b3, не принимающего участия в игре,
она разменяла, Ирина Конягина, на своего слона белопольного, который атаковал пешку Е4, теперь пешка Е4 уже даже на глазок видно не слабость. Ну, то есть позиция, ну, ладья D1, ход, видимо, неправильный, который позволял черным атаковать слона, слона, стоящего на поле B6, что и последовало, слон А7, ладья B7, ферзь F2, эвакуируя, готовя эвакуацию своего слона, но это делать уже надо было. Почему? Потому что черные угрожали напасть на слона А7 и выиграть его. Следовательно, слону нужно открыть дорогу для отступления. Но отступить на F3 или на BD3 белый ферзь не может из-за потери слона, поэтому приходится играть на F2 для этого. Теперь ферзь BT4, важнейшая пешка уничтожена, у черных явный перевес, ферзь G4, пешка неуязвима на E5, висит ладья на D1, ладья возвращается. Ну и вот теперь ход ладья C8, видимо, давал черным большое преимущество. Было сыграно слон F8. Слон, то есть ход не совсем удачный по ряду причин. Ну, во-первых, никто, так сказать, не торопил этого слона. А во-вторых, слон открывает, снимает контроль с поля D8. А на E7 он прикрывал это поле на случай каких-то вторжений белой ладьи. Мы видим, что это как раз сыграло свою решающую роль. Слон E3. Ну, ферзь слон наконец-то уходит назад. Ценой пешки и развала позиции относительно белой консолидировались. Ферзь E6. Слон C5. Ну, ход E4 давал черным явное преимущество. Скажу сразу. То есть это было связано с потерей материала, с жертвой материала. Даже нет жертвы особого материала. Какой? На F8? Да размен. Нет жертвы материала. Там на взятие на F8 есть еще промежуток E3. Вот. Но было сыграно слон бьет C5. Вот я погорячился немножко. Но слон C5 ход неудачный. E4 давало большое преимущество черным. Здесь ход ладья E7 давал небольшое преимущество. Он был логичный, естественный. То есть отдается пешка на B4, но пешка E устремляется вперед. И это важнее. Особо белые на королевском фланге не надвинутся. У черных король прекрасный, надежно защищенный. Пешка Е идет вперед, да Е3 доходит автоматом. У черных лучше. Невыигранная позиция, но переезд бесспорный. Но вместо этого хода ладья Е7, после не совсем удачного размена на C5, ведь если бы черные сразу двинули пешку Е, у них было просто огромное преимущество. Может быть, исходил Конягина из того, что слонов нужно подменять, поскольку тогда блокада на Е3 труднее осуществима. Но это какое-то абстрактное, хотя эмоционально понятное соображение. Но вот здесь вот Конягина сделала ужасный ход ладья c8. Позиции, которая все еще лучше. Вот сыграю ладья e7 и e4. Вот я думаю, e4 сразу. Ну там ладья e6 неприятно. Там, наверное, ладья e6 неприятно. Ладья d6, извиняюсь. И тоже преимущество у черных. Тоже можно отступить. Ладья связана, пешка идет вперед. Тоже преимущество. А ладья c8 ход, конечно, ужасный. Ладья c8. Короче говоря, партия закончилась 2 хода. Шах. Шах. Ферзь f8 и отмата нет защиты, черные сдались. И это означало, что Сбербанк, команда Сбербанка, которая была буквально в полушаге от победы, во всяком случае имела большие шансы на эту самую победу в матче и на всем чемпионате, а именно FIDE Online World Corporate Chess Championship. В финале этого чемпионата проиграла, уступила команде Гренки. Показываю, каковы итоги финала. Итак, 4,5-3,5 общий счет в пользу Гренки банка. Ян Непомнящий выиграл у Георга Мейера со счетом плюс 1, 1.5 на 0 очка. Анна Кашлинская в команде Гренки банка одолела Александра Кадатского также плюс 1, 1.5 на 0 очка. Ханна Мария Клек и Максим Лавров обменялись ударами. Там счет 1-1. И Ирина Агрест в напряженнейшей драматической борьбе. Ирина Агрест, жена Георга Мейера, выиграла у Марии Камяниной. И вот эта последняя партия, которую недавно только что показал, принесла успех команде Гренко Банка. Ну, приятно, что в этом, так сказать, утешение для наших российских любителей шахмат. Приятно то, что все-таки победил банк, которые спонсируют очень крупные, очень интересные, уже традиционные, надеюсь, что они будут проводиться и дальше, турниры. И, может быть, это явится каким-то дополнительным стимулом, моральным, для того, чтобы банк продолжал свою вот эту самую спонсорскую шахматную деятельность. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Я думаю, что так вкратце я коснулся более-менее всех тем. Сейчас в Москве стартовал очередной турнир Moscow Open, не такой сильный, не такой звездный,
И определенные проблемы, конечно, в постковидную эпоху или в ковидную эпоху сейчас с проведением этого турнира и с нахождением спонсоров, и с просто с приездом участников нужно все-таки всякие эпидемиологические барьеры преодолевать и гарантии давать, и как-то, чтобы не собиралось много людей в одном месте, но тем не менее. Это, как, что называется, тема для совсем другого разговора. Что касается нас, то очередной наш шахматный выпуск заканчивается. Я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, если вы не подписались ранее, обыгрывать своих соперников, если вы играете по аналогии с очень многими, в частности, с участниками вот этого самого корпоративного чемпионата в шахматы удаленные. Ну и поддерживайте нас, если будет настроение, возможность, желание. А пока, до свидания.